Здорово, ребята, с вами я, Ламия, и сегодня я буду играть в Майнкрафт, в обычное выживание. Я, конечно... Блин, там ничего не прогрузилось. Вот мой скин, я его сама создавала, так что оцените в комментариях, как он вам нравится или нет. Честно, я записывала еще серии, но в одном не было звуки, а в другом не было видео. Не знаю почему. Короче, я решила в конце просто записать выживание. Я надеюсь, что все пойдет нормально, потому что у меня больше нет идей, что еще можно записать. Ой, блин. Я, честно, мало выживала, я не особо люблю выживание, потому что у меня... Я сдыхаю по 100 раз. Да, у меня, кстати, есть моды некоторые. У меня есть моды... мод Виллинейр у меня есть. И мод... ну... Моплеер, что такое называлось. И я, как вижу, тут деревня. Ну, жить в деревне я не хочу. То есть, это Миллинейр, это мод на умных жителей. Сейчас одно покажу. Секунду. Понятно. Где тут проход? Эй! Ку-ку! А, вот. Привет. Ну вот. Отодвинься. Боскус. Вино. О, вино тебе нужно. Поехали. Ладно, как-то себе кровать сделал. По-моему, они не умеют делать кровать. Или умеют. Я не знаю. Так, все уже ушло. И... я, наверное, все-таки построю сама дом. Не буду искать деревню. Хотя, на первое время... Ой. Это я вас обнимаю. Вот, на 2 километра... Нет, понятно, нету поблизости населения. Но я пока что буду рубить дерево. Я не люблю делать просто обычные коробки. Поэтому мне нужно найти ель. Она будет сделать топор. Блин, мне кажется, когда прыгаю, медленнее. Собираю. Давай быстрее. Вот. Ну, я хочу сделать из березы, там, из обычного дуба. Потом из ели. По-моему, ель называется. Ну, короче, самый черный блок. Самый черный блок. Ладно. Я, наверное, все-таки предлагаю поискать какую-нибудь деревню. Я думаю, она будет где-то там. Я видела, там было поле. Я думаю, что она будет где-то в поле. Ну, вообще-то я заспавнилась на поле. Да, видела, блин. Так, где-то тут должна быть деревня. Просто обязана. Продолжаю искать. Ну и где? Продолжайте искать. А, можно какую-нибудь карту, не знаю. Нету карты. Я забыла скачать мод на карту. Я молодец. Че я не убиваю их? Почему только что свинья с женским голосом заговорила? И сдохни уже. Почему свинья говорит женским голосом? Ладно. Это, кажется, свинья не разговаривает. Стой! Стой! Стой, я все тут... Мне нужна еда, понимаешь? И ты. Ты знаешь, что свиней надо будет размножать, но я думаю, их тут полно по этому миру. Я тут даже на косилке, кажется, работать. Что? Я там видела какую-то мини-пещерку. Блин. Я вспомнила, что когда я была на паркуре, я сказала, что мне сложно нажимать на shift. И поменяла shift, а теперь постоянно... Не тут класса. Вот. Теперь постоянно путаюсь. И что теперь делать? У меня нет кирки даже. Я вижу железо.
Ладно, железо я еще найду. Блин, наверное. Если выберешься отсюда, то найду. Так, я надеюсь, что у меня получится нормально выживать. И на маркере у меня тоже нет мода. Понятно. Я, короче, все моды убрала. Знаете, я, наверное, я думаю, что не смогу зайти больше в этот мир, так что будем, не будем читерить. Просто запомним, где это место. Там пофиг, я думаю, я найду другое место железное. Курица. Опять курица женским голосом говорит. Что за? Вот это петух. Нет, курица. Почему они разговаривают, боже? Какая? Овечки. У меня уже 3 овечки. Ну, у меня 6. Тут поблизости деревни нет, поэтому я буду искать деревню, и в это место вряд ли еще верну. Уже нет поблизости? Нет. Ой, сдохни. Я овцу с собой тащить не собираюсь через до деревни. Поэтому я убью тут всех. Потому что я кровожадная. Я даже нож на спине. И пшено. Интересно, а если у меня будет, например, в инвентаре нож и нож на спине появится? Последняя, все, ты избранная, пойми. Теперь осталось найти деревню. О, 132 на юго-восток, это сюда? А, вон, да, я вижу уже. А то мне не сразу подражается всё. Блин, так оно рядом. Ну ладно, ну пофиг, честно. Что это за деревня, кстати? Ну, Джумура. Ошигая. Японцы, что ли? Да, японцы, по-моему. Сажает семена. Ну, ты не особо. Ну, возможно, ты японец. Ну, вот то японец, как я поняла. Эй, обернись. Да, японец. Пустите меня. Население 8. Ну, не особо много. Я вам посоветую размножаться. Дерево любое. Может, вы дадите мне топор, а я вам тогда дерево? А можно вас побить? А то вы мне дерево не даете. Рис. Ладно, ну... Я пойду соберу тогда... О, кстати, ель. Извините, я вам тут вот так поставлю. А раз любое дерево 32, то я могу собрать. Собачки, собачки. Мне нужен скелет, срочно, подожди, мне что, мирная стоит? Блин, у меня мирная стоит. Нормальную давай поставим. Собачки. Мне, наверное, все-таки легкую поставлю, потому что я говорю, я буду вздыхать постоянно, даже на легкой. Поэтому я поставлю легкую. Собачки. Блин, я хочу себе собачку, но при этом у меня. О, она за мной идет. У меня нету косточки. Ты можешь привести себе с косточки, пожалуйста? Я тебе мясо дам сырое. О, идем. Мы идем. Собака. Идем. Идем, я сказал. Мне нужна косточка. Блин. Мне нужна косточка. Не дохни только. Ладно. Я надеюсь, что собаки никуда не уйдут. Я буду за вами пристально смотреть. Ну да, я буду за вами следить. Так что никуда не уходите.
Ему на 32 дерева, но, возможно, они уже что-то там нарубили себе. Листвы они нарубили, потому что половина дерева тут только. А, так, 14 у меня дерева. Ой, малюсенький, он сюда идет. Какая милашка. Японец, кажется, застрял, мне надо помочь. А, не, он не может пойти. Он просто погулять ушел. Знаете, я сейчас не буду прятаться где-нибудь, потому что мне нужны косточки. Мне кажется, нет мода на деревянную броню, мне бы сейчас очень пригодилось. Эй, собачка! Ладно, стой тут. Только дальше никуда. Мне нужен скелетик. Эй! Понятно. Слушайте, когда мне нужны мобы, их, конечно, как всегда, нету. Так, собачка, будь там, окей? Ой, привет. Далеко не уходи только. Я ж налёгку поставила. Вообще, ну, нормально, да? Зелёный. Ты чё топчешься по урожаю? А... Извините, японцев, лес немного снесла. Я сейчас обратно всё посажу. Ой. Собачка! Блин, она не будет меня защищать. Мне нужен исключительно скелет. Тварь! Скелет! Нет, это не... Нет, 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 нет! Так, где это я? Скелет мне уже не нужен. Надо было спаунпоинт ставить. Боже, какая я умная, блин. Спаунпоинт не поставила. О, тыквы, тыквы, тыквы. Я их что-то не заметила. Паучки. Не надо, я боюсь пауков. Это единственное, что я боюсь. Так, давай. Бежим. Какое-либо направление. Только что не к паукам. Пауки, вы меня не видели, если пауки. Вон, я помню этот дом. Там мы нифига не нашли. И я пошла туда. Ой, нет, ой, нет, ой, нет. Я, наверное, подожду. Понятно. А, я не могу бегать уже. Пожалуйста, да беги. Пух, хватит мне толкать. Я, конечно, нуждаюсь в поддержке, но не в такой. Давай, сколько там еще? Вон туда, кажется, куда-то надо. Ох, я вижу деревья. Фух. Сзади паук. А вы меня защитите, а? Жители. Ай! Блин! Плыви! Плыви! Ребят, это легкое. Ну хотя ладно, я ведь сказал. Меня тут нет. Это не я. Иди быстрее. О. Беги, 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 беги. Что, у вас тут ничего нет? Я что-то подсказываю, что они такие тупые найдут меня. Тупые, что ли? Ха.
Мне лучше только. Блин, мне надо собрать свои вещи. Игра, конечно, этому не поможет, но... Ребят. Вы не будете против, если я тут тоже лягу спать? Блин, я немного листа налегла, так. Слушайте. Освободите мне место, а? А я сюда лягу. Все, я сплю. Не будите меня. Что там еще? Все еще ночь? А, мне нужны часы. Ребят, мне нужно жратва. Мне очень нужно есть. Семена. Ну, семена не помогут. Уходи отсюда! Что за скример сейчас был? Куда идти? Я уже забыла. По-моему, туда. Я не помню, куда мне надо идти. Нет, нет, мне больше не нужен скелет. Извините, пожалуйста, что я вас побила. Я девочек не бьет. А, блин. Еще мой игрок орет. Стонет, блин. Ну, логично. Бежим, бежим, бежим. Крипер, жопу, иди, ты мне не нужен сейчас. Главное, ей не проголодаться по дороге. Иначе всем нам тут капец. Это куда идти? По-моему, туда. Блин, я уже бежать не могу. Это бесполезно, я не добег. А, нет, все. Это фиаско. А, нет, да за мной две фиаски идут. Давай быстрее, сколько там? 183 метра! Беги! Даже я больше пробежать могу! Она... Я ее только заспавнила, она уже голодная! Овечка, спаси меня! Не ешь овец! Не ешьте людей, пожалуйста! Судя по всему, я певец! Сейчас. У кого двери есть в этом несчастном городишке? Мне поспать надо. Мне и жрать надо, но мне, как я понимаю, пожрать не дадут. Мне только поспать, по крайней мере. Хотя бы. Ай! Ты что тут делаешь, тварь? Да сиди к черту! Я тут цель не забыл! Нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А, я получил яичко. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because... Я сейчас опять буду бежать. Я надеюсь, что мои вещи не пропали. Очень на это надеюсь. А, нет, у меня все в противоположную сторону. Я сама не знаю, куда мне. Сейчас я бегу просто. Я очень-очень сильно надеюсь, что у меня все получится. Слава богу, что я запомнила маршрут. Куда бежать? Говорит человек, который только что сказал, что запомнил маршрут. Так, я все, я поняла. Я просто видела тыкву и решила, что не подойдет. Все, рассвет! Вы, твари все, будете гореть в аду! Поняли? Надо это заниматься. Давай уже быстрее беги. Это мои вещи. Надо их собрать будет.
Я всю серию просто пыталась вещи собрать. Так, они где-то тут должны валяться, если они еще не исчезли. Так, беги быстрее, черт возьми. Если они исчезли, я очень расстроюсь. Я очень расстроюсь. Я буду плакать. Коровки, где мои вещи? Может, мне волки подскажут? Я думаю, что меня волки быстрее сожрут, чем подскажут. Кажется, они уже пропали, мои вещи. Мне надо было сразу сюда бежать. Но у меня... Я хоть, куда-нибудь думала забежать в то время. И да, ну, тут нет моих вещей. Хоть какая-нибудь из вас. Мне нужны косточки были, а в конце концов я сдохла. Да ну вас. Я из-за собак потеряла вещи. Я все еще хочу приручить одну из вас. Или одного. Черт! Где мои вещи? Я уже далеко. Почему мне японцы не помогают? Я вам... Я тут вообще-то было дерево, которое я для вас убила. Жизнь боль. Ладно, ребята. Я думаю, что на этом все. С вами была Аламия. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Всем пока.